Всем привет! Меня зовут Влада. Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшняя тема отливки будет у нас из потока обо мне. Пока вы настраиваетесь на себя, думаете о себе, я хочу вам напомнить о том, что в закрепленном комментарии в описании к этому видео я всегда добавляю свой телеграм-канал, ссылку на инстаграм и номер телефона для связи со мной. Еще также в телеграм-канале есть закрепленное сообщение, куда вы можете писать темы для отливок, может быть, раскладов, может быть, кому-то интересно посмотреть мои расклады, я тоже могу снимать. И еще можете писать в комментариях на ютубе. Кстати, по поводу комментариев на ютубе, я не успеваю всем отвечать. Становится больше и больше комментариев, поэтому предлагаю вам всем переходить в Телеграм. Телеграм, там можем создать свой чат, можем общаться, и будет весело, здорово все у нас с вами. Вот. И так вот, тема отливки-то. Из потока обо мне. Из потока обо мне. Надеюсь, вы уже настроились на себя, вспомнили. Наконец, какие мы тут все самые невероятные на свете собрались. А, ну вот, уже сразу же нам дает понять, что тут человек яркий такой, амбициозный пришел ко мне сегодня. У нее все в руках горит, у него. Давайте я буду говорить она, потому что в основном у меня целевая аудитория это женщины. Если мужчины меня смотрят, переворачивайте на себя. И так вот. Ну, здесь как-то по крупинкам, по пазликам вы себя сейчас собираете. Потому что столько всего навязанное вам, вы какой-то человек такой уязвимый, вам можно вот просто рассказать все, что угодно, вы поверите и будете жить и верить в то, что происходит все именно так. А сейчас происходит такой момент с вами, что вы начинаете пробовать все самостоятельно, да, там вам что-то сказали, да, там вам кто-то что-то рассказал, и вы поверили когда-то, но по факту, когда вы начинаете пробовать, когда вы начинаете пытаться что-то сделать, хотя вам сказали, там, не ходи там волки, да, вы приходите, а волков там нет никаких, но здесь что-то вот из этой оперы происходит, и вы понимаете, что по факту все ваши убеждения, они никак не обоснованы. И тут начинается вот этот вот метод проб и ошибок. А если я сделаю вот так? А если я вот так скажу? И это вас взращивает такую энергию. Вы становитесь человеком, который начинает учиться управлять. Учиться управлять собой, другими людьми, своими эмоциями, эмоциями других людей. Вы можете полностью убедить любого человека в том, что то, что вы говорите, это правда. В том, что вы... Ну, вы просто сами по себе человек такой, который очень умный, начитанный, много интересов всяких. И вы движетесь в правильном направлении. Сейчас от вас отваливаются люди. Прямо я вижу, как вы находитесь в каком-то одиночестве, потому что вы взрослеете, вы становитесь другим человеком, у вас тут какие-то дела начинают развиваться, и вы прям начинаете чувствовать свою какую-то независимость. И люди, которые вас раньше окружали, они какие-то другие становятся. С ними становится сложнее, труднее. Тут какие-то не дискомфорт. Ну, какой-то дискомфорт вызывает люди, с которыми вы раньше общались. Потому что ваше мнение полностью расходится с мнением большинства людей. А у вас такое убеждение в вашей правоте, что. Ну, ни один другой человек не сможет вас переубедить в этом. И вы тут такая, вот сидите, занимаетесь своими делами, растете, а вокруг вас тут говорят там,
Да, она вот такая, да, она совсем с ума сошла, да, она что вытворяет-то, да что же она тут такое делает-то, а вам вообще без разницы, пусть говорят, как говорится, да. И что еще? Я приболела, извините, чуть-чуть тут, поэтому у меня голос такой. Сейчас, нет, начнет складываться дальше. А, ну и вот. Но тут я смотрю, в скором времени у вас появится прям какая компания. Компания такая задушевная, но она будет совсем другая. Вы как-то полностью изменяетесь, вы понимаете, что там, где вы были раньше, это вообще не то место, и оно не для вас. Ну, вы прям выходите, вы растете, вы идете к новым берегам, вы идете к другим людям. Здесь какой-то очень быстрый рост начинается. Здесь кто-то начинает вам помогать, там, в каком-то вашем проекте, начиная недели, неважно. И вам тут кто-то прямо серьезно начинает помогать. То есть там не в плане даже финансово, а в плане того, что как-то и поддержат, и помогут, и объяснят, и расскажут. Как будто бы сейчас, ну, такого нет. Типа сейчас какое-то общество у вас деструктивное, где, ну да, там, они вас поддерживают, но не так. Они там вам помогают, но не тем. Как бы вроде бы вы знакомы уже очень-очень давно, вы общаетесь давно. Но они до сих пор как бы, ну, не поняли, какой вы человек, как с вами можно, а как с вами нельзя. И тут вы просто уходите оттуда. Вы уходите, убегаете, остаетесь одни, и у вас начинается новая жизнь. Я вижу, у вас уже был какой-то период очищения, что вы оставались одни, но вы до конца не очистились. У вас до конца, ну, вот это обнуление не произошло. Вот сейчас, в скором времени, оно должно произойти. Вы прямо вот полностью поменяете и круг общения, и у вас появятся какие-то новые знакомые с другими интересами, с другими увлечениями. Там, скорее всего, какой-то даже романчик, я тут вижу, закрутится. Ну, здесь какая-то бурная, яркая жизнь начинается. Здесь вы куда-то все время ходите, ездите, у вас постоянно какие-то дела. Тут, ну, прямо еще вижу, вот много читаете, изучаете, много-много всего. То есть вы прямо переходите в такую позицию ученика, но уже с огромным багажом знаний. То есть, получается, вы попадаете в какое-то общество, где уже прошли тот путь, по которому вы идете сейчас. И вам там все помогают, подсказывают, и все это так по-доброму, так душевно, вот прям как всегда вы об этом мечтали. И вот еще тут, скорее всего, появится какой-то паренек. Паренек тут какой-то появляется, вы его знаете, вы его ждете, кстати, вы его прям ждете, сидите, и тут он появляется. Он то ли с каким-то поздравлением, ну, может быть, на Новый год, да, допустим, или просто с какой-то новостью, которую, как ему кажется, вы прямо оцените. И вот он появляется, и вы тут такая счастливая. Он, кстати, вас наполнит энергией того, что вы вся такая молодец, сильная и независимая. Да мне вообще кажется, что этот человек, он очень часто вас, кстати, вот прям наполняет. Отследите, вот вспомните, какие люди часто, ну, при их появлении вы начинаете активно действовать, активно двигаться, у вас прямо жизнь другая становится. И так вот, вот этот человек появляется, опять заряжает вас энергией, вы опять начинаете двигаться, но он опять уходит. Он здесь опять уходит. Но вот в этот раз он вас зарядит так, что вы, короче, ну, вам он больше не будет нужен.
И если вы когда-то в будущем захотите его еще увидеть, захотите, чтобы он как-то к вам пришел, проявился, то вы просто мысленно, как будто бы будете его притягивать. Да, это будет происходить не то, что я сегодня о нем подумала, а завтра он написал. Нет! Но у вас вот эта вот ментальная вещь есть, и вот вы его зовете, зовете, и вот он сейчас появится. Поэтому не переживаем. Но вам он больше не будет нужен. Вот в чем самый-то прикол. Вы научитесь самостоятельно вот этой энергией управлять, которую вы до сих пор не поняли, как она берется, откуда она берется и почему именно с ним у меня такой прилив энергии. А потому что у вас прям энергообмен такой мощный. Да, как бы вам ни казалось, что вы на него сливаетесь. Нет, он вам тут тоже нормально отдает. Поэтому вот такие дела. Вот такая информация из потока пришла ко мне сегодня. Ну что, записывайтесь ко мне на отливки, на матрицу и на все эти вещи. Давайте в комментариях обсудим, стоит ли делать скидку на матрицу судьбы к Новому году. Я вот что думаю. И вот, поэтому пишите, обсудим в комментариях к этому видео. Все. Всех люблю, всех благодарю. Вы у меня самые лучшие. Просто. И все. Все на этом, наверное. Лайки, комментарии. Все как всегда. Ничего нового. Все. Всех люблю. Пока-пока.